Ай. Ой, Я не знаю, я пока не готова. Я тоже очень хочу домой, но я боюсь, что мы просто зайдем и сорвемся через час. Максим очень хочет поспать, да? Но я тоже хочу, мне тоже хуёво, но я боюсь. Рухнул сайт президента РФ. Мощная атака. Понятно, что никто не хочет спать, но что делать. Это что там, кстати, цветочки продает? Где моя девочка? Просто вийшли з двору, стояла моя машина, в ній було розбито отак от скло. Я думала його почистити, тому що я хочу, ну, мати машину в такий час. І друг
помітив, що там біла коробка і написано «Віхорі». Ми знаємо, що треба відходити, коли ти не знаєш, що це за об'єкт. Ми відійшли, трошки огородили і просимо людей не підходити. От, ще знайшли білі мішки, незрозумілі, я не пам'ятаю, були вони чи ні в під'їзді. Якось так. Что надо ебать мозг и просто вскрывать подвал. Если где это? Что это? Ну, ага. Ну, замок это только спилить можно. Да. Там вот да. Шлейку. Болгарку. Желательно нужно иметь болгарку на батарею. У тебя же нет в машине болгарки? Блин, вот я выложил. Зря. Вернее, случайно забыл. Слушай, а ты можешь мне налить четромчик? Завтра, когда съездим и шпилим здесь замок, то он прятает такую. Да, да, да. Тотально. У нас охуенный офис вообще будет, поэтому пиздец. Нам... Я считаю, что нам надо там устроить субботник и посидеть. Ребята, вот эти должны быть два выхода. Там два выхода, чувак? На Междуморск? У нас там такое вообще есть. Да, да, мы не зря здесь остались. Если они заходят в город, они заходят то мы кидаем... А? Во-первых, они заходят в город со стороны подола. То мы кидаем мне коктейли с балкона. У вас есть коктейль? Коктейль прям. Коктейли уже сделали. Уже сделали, да. А хули они в машине? А? Хули они в машине? Они не в машине. Он их поднял наверх. На машине у него еще бензин. А, все. Хорошо, там нормально. Но тоже, если кидать коктейли, надо съебаться из квартиры, нужен второй выход. Здесь нет второго выхода. Для того, чтобы кидать коктейли, надо кидать их с другой огневого рубежа. Есть типа американское правило, блядь, этого. Наводишься на цель, чаришь цель. У него спиздили, блядь, оружие. Потом отходишь на фланг и добиваешь. Ага. Типа, ты за это показал, это человек пригнулся. Ага. Ты в это время отошел и захуял. То же самое, но типа, если ты кидаешь коктейль, они типа придут на то место, откуда ты их хуячишь. Мы просто с Ирой Мирши приняли решение. Ну, все правильно. Взять стратегический продукт. Я купила, извините, два блока сигарет. На секундочку. Я думаю, вы выпьем дальше. Сколько? Два блока сигарет. Так это нормально. Я сегодня блок купила в ларьке. Я выгребла... Не, на самом деле, ребятки, в ларьке я выгребла сегодня последние сиги. Утром во время сирен люди стояли в очередях. Была воздушная тревога. Сиги закончатся. Слушай, они уже закончились. Федя вообще писала про бензин. Да. Это очень смешно. Одна бабушка, когда зашла в ЭДП на Половецкой, у нас, она говорит, господи, говорит, мамай прошел, тут ничего не надо. Нет, а я просто, люди, короче, воздушная тревога была, короче... Но все сохраняют юбку. Минут 20, и люди стояли в очереди за сигарами и кофе брали. Они не прятались, они только стояли в очереди за сигаретами и за кофе. А женщина говорила, этих людей ничего не бьет в ларьке, которая говорила. Та говорит, это 4 минуты до открытия, вас ничего не бьет. Люди ломили сигареты купить. О, біля мого дома на Радунська 28. Где Радунська 28? Алі, пиши. Диверсанты с Викторами. Это моя подруга, хорошая журналистка. Куда там надо было это скидывать? Ментам напишу. Радунська 28, да, я. Вот поэтому мы закрыли дверь. Потому что диверсанты с сброя может сейчас открыть, нас тут хуяют. Фейковый подраздел территориальной обороны. А? Фейковый подраздел территориальной обороны. Еще одна была тревога так же. Где? 51 минуту. А, повитряная тревога. В КМДА? Да. Вы что-то бухкало? То, что прилетело? Но далеко.
Сейчас мы там устроим комнатки. Алина, ты готова ехать к этому Борису? Комендант, сейчас я боюсь, что меня могут... Так они тероборон. Тероборон. Мы тоже становимся. Мы будем тероборон. Добро. Я готова ехать. Куда ехать? Але слухай, Іра, вони мають, щоб це комендантська кошти. Що ж будемо говорити? Нас можуть затрелити. Це встановлена машина. Щоб треба зрозуміти, які ознаки повинні на себе вдягати. А як ви з машини жовчий скотч, клей, їде від Субісі на запорізьких номерах. Аліна, жовчий скотч на машини, Да. А эти можно заложить вот то окно. Я хочу с вами, если есть какое-то действие. Вот смотри. Им треба пить развозить, но я не поеду. Ты со мной поедешь. А мы можем тут принимать кого-то? Можем. Можем что? Приймати когось тероборони. А вже ж. Так. Можемо, ну, блін, у нас реанімаційна, ну, короче, можемо дати першу допомогу. Так. Ну, вона, давайте надо оборудовать все-таки і будь більш воєнізированим. Надо вечір одновременно. Просто зробити багато движень. Так, можна поскорее вже доклеювати, слухати, що відбувається. Вообще, я не понимаю, що баркає. А що носить? Да. Хто чує це? Хто сказав про себе? Там все, або. Тут є звук, і вийшло себе. Маша, де Маша? Друзья. Пошли. Идем прям вниз. Да. А рюкзаки берем? Да. Да. Я закрыл подъезд. Направо. Праворуч, праворуч. Праворуч. Да. Наверное, закрой это с собой. И такой разворачивайся и закрывай. Справа? Куда бежите? Где Маша? Маша осталась. Одна? Но она не хотела. Приберите, пожалуйста, свои все вещи. Алина. Прибирати? Да, давайте ми спочатку облаштуємо. А ми не взяли води з собою, шановні. Не взяли води. Збігаємо за водою по Маші пізні. Слухайте, насправді це така перша сирена, тобто ми можемо зараз подумати, що спустити зверху, щоб облаштувати наш спецпункт. У нас тут куча столов. Ребята, да, все. Максим, поможи мені, будь ласка. Стіл? Давай пересидимо. Не стіл, який розкладний. Ну давай наступного разу візьмемо з собою. Ми їх вже тут сложимо, вони будуть тут лежати. Нам треба тобі йти нагору, заспокойся. Господи. Якась так починається заруба. Нам всім треба заспокоїтися. У нас сьогодні він просто драма квін. Ти теж. Я теж. Я не можу. Всі драма квін періодично. Я постійно якісь лозунги проголошую просто протягом. Це хрестинки на чкарима. Це вони такі великі. Ми не взяли води. Іде подмога. Не взяли, Ірочка. Ну, закінчимо. Ну, посидимо трошки, піднімемося назад. Облаштуємо тут? Я так отримаю. Я думаю, що нам просто треба берегти себе. А треба ще вимкнути геолокацію на телефонах. Угу. Я хочу поговорити з вами і вироблю. Бо реально зараз не буде зв'язку, вона, коротше, буде дуже хвилюватися. Так що я зараз позвоню.
Боже, какой психотерапевт.